В общем-то, да, друзья, у нас произошла трагическая новость. Вот и подошла и наша очередь попрощаться с нашей бандой. А именно сегодня сносят нашу банду за очень грубое нарушение правил сервера. Мои доблестные заместители девятиранговые решили показать, что они умнее всех. А именно захватить более 3 бизнесов в час, что крайне неприемлемо в рамках правил сервера. Далее, блин. Все. Предупреждение, дата 1 декабря. Администратор Стивен Эскобар выдал предупреждение игроку Паша Пэл с причины нарушения правил капта. Ну, можно сказать, все. Да господи. Привет, 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 привет. Тяжело, конечно, так играть, когда вот хочется поговорить со своим. Не понимаю, почему я здесь появляюсь? Почему не появляюсь у себя дома, например? Куча машин, почему нет ни одного арендованного транспорта? Блин, пацаны, вы что, тут клонируетесь, что ли? Такой же голос, как у прошлого подписчика. Да-да-да, стою! Привет, Паша! Привет, братан! Здорово-здорово! Привет. Можно передать привет? Слетела банда. Я вообще не понимаю, где тут можно арендовать машину? Паша, где? Ехать за мной некому. Паша, отлично. Только не за мной, пожалуйста. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Иначе меня тут одолеют вопросы. Да, да, да. Отвези на Рублевку, если не трудно, пожалуйста. Или к моей базе. Знаешь, где у меня база находится? Да, знаю. Поехали туда, только по правилам езжай, а то иначе мы так будем долго ехать. Смотрю, все на него все врезаются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, вы захватили бизнес, Миш? Нет. Нет? Ну, ясно. Слушай, а что вот с этими 19 бизнесами, которые у меня были? Прикольно. Слышишь? Которые у нас были в банде, в бригаде. Что с ними стало? Что ж, летят? Не, ну ты, конечно, круто подсуетился вот со своей бандой. Я, если честно, даже не догадался. Сейчас я приеду, ты где? Ну ты где? Да меня уже тут везут. Я в Южном, вот только вот въехал. О, не в Южном, а в Арзамас. И что ты делать будешь? Чего я делать буду? На базу поеду, посмотрю, как там моя база. Потому что какого-то хрена я теперь только в Эдово появляюсь. Или мне нужно спаун сменить? Ну да, сет спаун, собственно. А, да. Господи. Интересно, что будут с этой базой делать? Ну, скорее всего, меня ее отберут обратно. Этот дом. Многодорогущий. Слышишь, ты постарайся, Миш. Вас теперь много будет. Миш, постарайся, чтобы в твоей банде вот таких косяков не было. На 9 ранг принимай всего пару человек. Вот Кирика... Еще там кто постоянно нет, в онлайне. Нет, надо. Вот я принимаю тех, кто постоянно в онлайне. Да, 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 да. О, стой, это твоя Бугатти, нет? В Азамасе. Ну, в отеле стоит, я бегу к нему. А, господи, я тут мимо отеля-то и проезжал. Все, я вывалился с автобуса. Ты видел кап? Вон кап идет, они там бегают, вон. Так вы опять коптитесь? Вот только что кап был, 30 секунд. Ну я понял, когда... поехали на твоей Бугатти. Да подожди, дай мне добежать. Мне же еще квадрат нельзя заходить. Нет. Я квадрата никакого не вижу теперь. В смысле, у тебя должен квадрат гореть? Нет, у меня квадрата. Да ладно. Ну мне варн дали вообще-то. Блин, я не знаю. Я что-то не вижу. А, это Трейс Империя. Это Трейс Империя. Да, Трейс, Трейс. Это Трейсы. У вас против Трейсов, что ли? Чё, ты делаешь, да, на шарике? Ну мы просто, мы против них был. А, ну я понял. Паша? Ну их почти вы раз. Ну, я дал, я дал, я дал мусор. Чего мы? Смотри, если ты сдуваешь кабинет, это фоспа мы. Ну да, да, все по-грамотному сделали. Мы как бы виноваты, понесли наказание. Вы за час 8 бизов брали. Крамплю, да, крамплю. Вы за час 8 бизов брали, это сразу снос. Ну, там... 3 бизнеса, где жалоба, 3 бизнеса. Про 8 я реально ничего не знаю. Не, ну это было, 8 это на меня не заливали. ЖБ. Ну охренеть. Ну вот Мишка создал новую банду, теперь будет только одна банда у меня. Я свою создавать не буду. Не получилось, не портануло у меня, я почти минус 3 дал. Паша, ты не Миш, поехали, ладно. Я тут еще не штуру что-то поехали. Ладно, удачи, Паша. Давайте, пацаны, вам тоже.
Трейс Империус — это, по идее, наши враги же, да? Да, как? Братишки, братишки-мишки назвал. Ну, прикольно, прикольно. Да, я поеду на твоей тачке. А может, нет? Ты слышал, что я тебе говорил? Постарайся, чтобы в твоей бригаде вот таких вот грубых нарушений не было, чтобы вообще не было нарушений. Потому что кто бы что на нас ни говорил, мы такая же смертная банда, как и другие. У нас нет никакой там, знаешь, привилегии. У тебя такой же привилегии не будет. Ее и вообще как бы так же, как и у меня, ее не было. Понимаешь? Вон, ребята вообще там жаловались. Говорят, типа, мы 8 бизов, бизов за час брали. Но мне кажется, это, конечно, вообще левая информация. Но... Это нереально, мне кажется, вообще. Как? А, он дурачок, что ли? Как за час можно было 8 бизов брать? Максимум за час можно взять 6 бизов, потому что 60 типа, минут. Типа мы сбивали это, КДМ. А, я понял, сбивали КДМ. Я понял. Ой. Короче, смотри, что я думаю. Я не пойду, наверное, ни в твою бригаду, не буду делать ни свою новую бригаду. А может, ты в ОПГ пойдешь? А? В ОПГ, может, пойдешь? А куда ты поехал? Прокатиться. А, в ОПГ? Да. Не знаю. Я вообще думаю, либо поменять паспорт, ну, сменить ник на этом аккаунте. Поменять одежду, чтобы меня, скажем, никто не знал. И скрывать свой ник по максимуму. Либо создать новый аккаунт, там просто без денег, без машин, без ничего. И пойти как-то по другой совсем дорожке. Я хочу вот в госорганизации. Хотел тебе сказать, помнишь, что мы все с тобой ругались насчет дома? Ну. Теперь... Посмотри на территорию двора. И как сюда могут поместиться хотя бы 10 машин? Просто вот скажи, с вертолетом. Чем мы с тобой ругались? Мы с тобой не ругались, по-моему, насчет вертолета только. Что здесь нет, есть вертолетная площадка. Нет, мы когда дом выбирали, я тебе говорю, давай другой. Ты говоришь, нет, этот. Теперь посмотри. И теперь я понял, что это. Но я его сейчас буду продавать. И буду искать другой дом. Ну да, ты прав. Поехали, посмотрим, какой. Поехали. Сейчас ты еще увидишь, сколько должно быть территории для банды. Ну, вертолетная площадка есть, есть. И он и красивый сам по себе, знаешь, такой. Ну, я понял. Домик. Что мне делать с тачками, которые у меня? Ты можешь меня отвалить, пожалуйста, братан? Видишь, я не могу. Ты намешаешь, дружище. За дело. Есть за что. Есть. За нарушение Окей. правил. Теперь будь добр, отъедь отсюда. Да, Миш, не груби, что ты грубишь? Не я надо сказал, грубить. Будь добр. Ну, ты потом сказал, отъедь отсюда. Не надо так говорить. Кстати, много кто уже замечает, что ты какой-то такой грубый по отношению к другим. Не думаю, что ты тоже такой крутой. Потому что я не люблю, это... когда перекрывают ну, дорогу. Я... Ну, видишь, надо чем-то жертвовать. Как бы это, скажем, твои подписчики. Если был бы хейтер, то можно было бы, да, с ним побазарить. А так ты же не уверен, то ли это твои подписчики, то ли хейтер. Если подписчики, можно нормально попросить. Поехали до моей банды, короче. Я тебе отдам тачки. Все равно они мне не нужны. Ты жадина, такой жадина, говядина. Даже за свою бентага боится. Которую, между прочим, я ему и дал. Ну промутился ты. Вот, другое дело. Потом дом чуть попозже будем смотреть, потому что тут можем, мне кажется, бесконечно смотреть. Тут надо на вертолете летать. На вертолете полетай и посмотри, что ты на машине ездишь. На машине непонятно, что какая территория. У тебя же есть вертолет. Тебе нужны тачки, которые я тебе могу дать? Или нет? Миш. Да, ты сам вообще как планируешь? Серьезной бандой, ну, серьезно ею заниматься или не очень? Ну, как я? А? Конечно, серьезно. Мы были на каком месте по рейтингу среди всех других банд? Не знаю. На третьем где-то, наверное, как минимум, да? Ну-ка, люди еще ждут. Люди. Люди, наверное, приехали спросить, что случилось. Хотя, не, никого нет. Дом весь заброшенный. Заброшенный вообще. Какой-то 123-й маринок тут стоит. Все, больше тут никогда не будет той шумихи, которая царила. Все, в доме больше нет. Хотя нет, смотри, Федеральная служба безопасности. Миш, пройди-ка в дом. Тут что-то Федеральная служба безопасности что-то делает. Один в толчке срет. А, тут спальня, оказывается. Пацаны, уже не веришь, что ты слышишь. Ну да. Все приехали проверить, да? Тебе передавать, да, эти Дукати? Да, Дукати тут. Павлик, в середину прям едь. Да зачем? В середину прям едь. Потому что он пи... Ладно?
боже мой, надо закрывать. Да я вообще-то закрывал. Братан, ты что делаешь? Да, отдай мотоцикл. Вообще-то я закрывал, ну ладно, я у него уже отобрал. Закрой, закрой. Да закрыл я. Ты где? Вот сюда вот, едь, вот сюда. Вообще передали, нет? Давай, вот я здесь, вот здесь должно все нормально. Вот здесь должно все нормально. Все. Отлично. Садись, давай назад, назад садись. Тихо, этот бичара опять. Открывай. Ну я один гелик оставлю желтого цвета. Ты себе оставь два гелика, но... А, желтого, нет, ты отдай лучше нам один новый. Майбах нужен тебе? И один новый. Майбах нужен? Майбах, да, давай тоже. И ешь. Ты офигевший, блин, Майбах говорит, да, давай. 209, да. 3000, Майбах. Не продается, там нам... Бери Майбах. Если что, там и износ под сотню, так что не советую. Все, давай, забираем Мерседес. Сколько стоит? Все, забрал. Ну что, нужны еще какие-то машины или нет? Да, нам, в принципе, уже все не надо. У меня на бинт поставлено присед. Пан, давай заправимся? Давай. Друзья, вот и закончилась история нашей банды. Дальше вы увидите другие серии, которые будут намного интересней, чем раньше. Не забывайте подписываться и ставить колокольчик. Увидимся в следующем видео и заходите на 4-й сервер, чтобы поиграть вместе со мной.